Привет! Меня зовут Алексей Дорошенко, я барабанщик группы «Друга река». Небо и я, а майже сім'я, скільки разом. Знакомство с этими палочками у меня началось в 2003 году. Одному моему товарищу из Америки привезли палки iHead. Он мне рассказал об этом, и я попросил его одолжить мне эти палочки, так как у нас снимался клип на песню «Математика». Говорю, красивые черные палки, должно в кадре быть классно. После этого я так с ними не расставался. Знаете, все познается в сравнении. Я играл деревом, разным деревом. Я играл этим айхедом. Мне показалось, что это для моей музыки то, что исполняет «Друга река», это оптимальный вариант палок. Айхед 5B. Я пользуюсь айхедом 5B. Перепробовал я все, ну практически все модели айхеда. Остановился на 5B. Прежде всего, мне нравится все в них. Я об этом, честно скажу, очень много парился. Те палки, которые мне привезли в 2004 году, долго я их убивал. Честно говоря, поначалу казалось, что все-таки то, что из Америки, то круче. И я, наверное, только недавно понял, что все-таки они одинаковые. Фишка в чем? Нужно не бояться пробовать. Не всем это подойдет, никто не спорит, никто не заставляет. Возьми, попробуй. Они долговечнее. Вот подойдет тебе iHead, ты будешь всю жизнь ими играть. Вы можете зайти на iHead. Там есть фильм. Более детально описано про строение этих палочек, из чего они сделаны, для чего, для кого и почему их сделали. Дорогие друзья, я барабанщик группы «Друга река». Играю палочками iHead с 2003 года. Безумно счастлив, безумно рад, что есть такая компания, как Real Music, которая любезно их сюда поставляет. Спасибо им большое, прежде всего, за эти прекрасные палки.